Соратники, всем привет. Алексей на связи, трейдер с 5-летним стажем. Предлагаю сегодня рассмотреть биткоин на дневном графике. Какую картину наблюдаем мы на сегодняшний день, 14 ноября. Нисходящий тренд продолжает свою волну. Подошли к очень значимому уровню для нас. Имеем сильное скопление на текущих котировках. Это котировки диапазона 6200 долларов за биткоин. Что предвещает нам в целом разворот тренда. Хотите понаблюдать интересную картину? Как показывало себя золото и как ведет себя биткоин? Многие говорят, что биткоин – это второе золото. Смотрите на данную картину. Верхний график – график золота. Нижний график – это биткоин. Пик – 20 тысяч долларов. Наблюдаем флаг, что на биткоине, что на золоте. Скопление. Золото ушло to the moon. Биткоин сейчас находится на этой стадии. Повторит ли биткоин картину золота? Это мы с вами еще посмотрим. Если хотите не пропускать интересных возможностей для инвестиций, могу порекомендовать вам такой проект, как блокчейн фонд. Я сюда инвестировал, так как постоянно ищу для себя интересные проекты, на которых можно неплохо иксануть. Как говорится, инвестировал, забыл, вспомнил, там уже 1000 иксов. Так у меня было с первым биткоином. Проект блокчейн фонд, который предлагает нам заработать 1000% годовых. Довольно интересная доходность. За 2017 год проект сделал 5000%. Просто вдумайтесь в эту цифру. 5000%. В основном блокчейн фонд инвестирует в различные блокчейн проекты. И текущие показатели — это рост в долларе. 2200 долларов с 1 мая 2017 года. Если не хотите пропустить интересную волну еще одного хайпа, роста, советую отдать вам свой капитал в управление профессионалом. Я так и сделал. Проект блокчейн фонд уже более 15 лет на этом рынке. Высокую доходность предлагают. Предлагаю всем хайпануть на еще одном интересном проекте под названием блокчейн фонд. Стоит ли инвестировать в блокчейн фонд, решать вам. Я же уже сделал свой выбор и инвестировал в проект блокчейн фонд. Пишите в комментариях, что думаете по проекту. Ставьте лайки под этим видео, и всем больших заработков!